предки наши, защитите род наш от супостата, кто хочет уничтожить детей наших. Только что 5 минут назад в социальных сетях было объявлено, что замминистра Украины хочет сравнять Славянск с землей. Они не позволили выйти даже детям, беременным женщинам и старикам. Род русские, люди на этой земле. Остановите, остановите эту трагедию. Украина будет суверенной. Украина будет свободной. Зло будет остановлено. Мы победим. Украина будет суверенной. Юго-Восток будет суверенной. Турчинов, Тимошенко, Яценюк, Наливайченко, Вальцман, Порошенко, Кличко, Эттинзон. Все зло, все вороги со священной земли. Спасибо, люди добрые. Спасибо, люди добрые. Святая земля. Русская земля, все будет хорошо. Святая земля, все будет хорошо. Все будет хорошо.